Крупнейшие поставщики медицинских услуг в Норвегии доверяют технологии распределенного реестра DLT. Согласно блогу компании IOTA, Норвегия всегда была лидером в области внедрения цифровых технологий, как в государственном, так и в частном секторах. Сейчас компания IOTA сотрудничает с ведущими медицинскими службами Норвегии, чтобы предоставить свой сетевой протокол распределенного реестра Tangle. Как сообщает CryptoCoins News, благодаря быстрой децентрализации за последние годы в сфере электронного здравоохранения наблюдается значительный рост. Новый подход поможет улучшить диагностику и выявлять случаи рака на ранних стадиях, а также предсказывать распространение гриппа и других вирусов.